Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92.3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 8.33 уже в столице Среднего Урала. Здесь, в Екатеринбурге, мы вещаем на волнах 92.3 FM, в Нижнем Тагиле 96.6 и в Серове 89.5. Всем доброе утро. Юлия Сталина и Анастасия Грушецкая снова с вами. Здесь продолжаем беседовать. Да, на радио «Комсомольская правда». Ну что, Анастасия, мы, конечно, тему воспитания здесь прямо острую такую подняли, нас и поругать успели, и поспорить, это прекрасно, да, эта тема вечная, можно спорить и рассуждать, мне кажется, еще несколько часов здесь. Да, действительно, но пора тему поменять, потому что к нам пришел гость. Кто ходит в гости по утрам? Как я и обещала, говорить будем про автомобили. И это будет... женщины здесь да, за рулем. Вот поэтому, да, у нас есть человек, который понимает в этом гораздо больше, чем мы с тобой. Александр Мальцев, владелец АТЦ «Ниссан Клуб». Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Екатеринбург. Доброе утро, КП. Как классно, что вы пришли, да еще и в таком бодром настроении. Вот так вот у нас слушатели не видят. А я скажу, Александр пришел такой в костюме, очень красивый молодой человек, вернулся праздник, из Америки. Да? Ну, будете приходить чаще, возможно, костюм уже сменится на... Ну, вот это, что автоэксперт это носит у нас? На костюм автомеханика, да? Автомеханика. Вы у нас хорошо разбираетесь, значит, в зарубежных автомобилях, тем более. Вы сами побывали в Америке, недавно вернулись оттуда. И можете нам рассказать, как там все-таки, лучше или хуже, чем у нас? Давайте сравним хотя бы что-нибудь. Например, дороги или что? Давайте с чего-нибудь начнем. Да, давайте. Ну, я, во-первых, сделаю поправку. Я, на самом деле, не профессионал в зарубежных автомобилях. Я владелец автобизнеса, владелец бизнеса, да, и когда я езжу по другим странам, я, конечно же, смотрю, знаете, как бы немножечко сверху на то, как вообще устроена автомобильная культура в другой стране. Вот. И вот эта последняя поездка, она прям, знаете, меня прям вставила, потому что, с одной стороны, когда приезжаешь в другую страну, хочется как бы... ну, взять что-то хорошее, да, я вижу, какие отличия есть в развитии там и инфраструктуры автомобильной, и непосредственно поведения на дороге. С другой стороны, я когда смотрю на людей, я понимаю, что русские люди, они самые лучшие. Ну, не просто потому, что я русский, а потому что я вижу, ну, знаете, какой-то огромный потенциал, какой-то огромный, как сказать... любовь, что ли, большое сердце вот в целом у русского народа. И некая душевность, да, наверное? Да-да-да, и вот когда я смотрю, вот вроде бы у них такое хорошее, ну, такая хорошая инфраструктура, да, но люди, ну, с моей точки зрения, ну, как сказать, проще, да, хотя они очень системные, да, это все правильно. И я вот пытаюсь найти отличие, что нам необходимо сделать и что я могу сделать непосредственно в своем регионе для того, чтобы, так скажем, ну, как-то повысить, что ли, культуру. И у меня вот в связи с приездом есть определенные идеи по этому поводу и так далее. То есть вот путешествие в этом сильно помогает. А когда вы вернулись из Америки? Ну, где-то, наверное, недели полторы назад. А уехали? Ну, последняя поездка моя в конце ноября уехала. Ой, то есть вы там почти полгода в Тобре. А как вам это удалось при нынешней... Ну, на самом деле... Зависть, я вижу, зависть. Да, есть полет, и есть виза, у меня туристическая виза, и поэтому это сейчас можно сделать. У меня предыдущая поездка была прям с историей, потому что я уехал как раз перед закрытием границ и застрял там капитально. Я не сильно пожалел, но на самом деле в плане отношения бизнеса к бизнесу и в плане управления бизнесом было немножко тревожно. Александр, ну вот вернемся к теме русского человека, да, и как-то связано с дорогами. У нас есть такое выражение устойчивое, что в России две проблемы – дураки и дороги. Поскольку это ваше прям направление, вот, в смысле автомобиля. Да. Как-то, может, развенчаем этот миф? Да, это выражение меня на самом деле очень задевает, потому что если вот ну, я путешествую по странам и смотрю, сравниваю русский народ и другой. Ну, не дураки русские. Это вообще не дураки. И дороги, они плохие, ну, как бы по какой-то причине, да. И вот когда я сравниваю, у меня такая идея есть, что... И вот как раз это касается немножко темы предыдущей, да, когда говорили там о нарушении закона учителем, там, и так, вот, в сторону учителя там, и так далее. Да-да-да. У меня такая точка зрения, что главная проблема наша – это то, что... ну, у нас не работает закон. То есть
у нас такое отношение к закону, вот есть другая поговорка, закон, что дышло, да, вот, то есть в чем преимущество там европейских стран, там США тех же самых, они прям, вот люди прям, люди, не просто там какие-то жесткие там правила, законы, а сами люди, они приучены и привыкли соблюдать закон. Это, знаете, некая этическая составляющая, что ли, в целом населения. А у нас люди любят найти какую-то лазейку, хитринку, такие, знаете, как сказать, ну, не сказать, что пронырливые, но такие способные, короче. Мы. Знать закон не для того, чтобы его соблюдать, а для того, чтобы найти, его обойти. Да, вот, да-да-да. Масса вот таких вот данных есть, которые, в принципе, к нам закладываются с детства, да, и мы ищем возможность обойти. Но я не думаю, что это правильно, если посмотреть в целом на страну, на развитие, потому что если к нашей смекалке, к нашим способностям добавить соблюдение закона, то это просто будет бомба. Нам никакие там США не будут конкурентом. Наша бы энергия, да, в мирное русло. Александр, да, да. Раз уж вы вот минимум два раза уже были в Америке, и вы в каком штате, кстати, были? Ну, вообще Флорида. Ну, проездом там через тепло, Нью-Йорк. Там тепло, там не это, так. Это, там да, нет снега. Это, я да. вот хотела спросить, у нас вот проблема обсуждалась острая, это про уборку снега на дорогах. Было просто, ну, вы, наверное, даже застать успели этот период. Угу. И каждый год мы с ней сталкиваемся. Да. Вот интересно просто, как это в Америке даже убирается, не убирается. Ну, раз да. в Флориде, ну, наверное, вы как-то, да, наверное, вот не наблюдали. Во Флориде эта проблема очень просто решается. Она, вот, точнее, она там вообще никак не решается. Там нет просто снега, нет осадков, есть дожди и все. Очень удобно. Как она решается? Ну, а у нас в то же время ливневки. То же самое. Летом у нас проблема с ливневками, тоже затапливает дороги. Знаете, да. Ну вот я тут больше смотрю, конечно, как просто как пользователь, как потребитель. Я, ну, не, конечно, знаю, каким, да, образом там строятся, а ну, так скажем, нужно. Планировки. Но вот мне кажется, что причина именно в том, так скажем, в градостроительстве. То есть у них очень развита инфраструктура, очень развита сетка дорог. Дороги строятся по определенным стандартам. И эти стандарты соблюдаются, потому что люди соблюдают закон. То есть опять к этому. По поводу стандартов, вы так показали некую воронку. Они как-то под углом строятся? Ну да, у нас же тоже точно тоже как бы дорога, насколько я понимаю, предусмотрена она не совсем ровная, а немножко со скосами, mm-hmm. соответственно, есть стоки там и так далее. Они предусматривают климатическую обстановку. В США очень много тоже климатических зон, да. Там, mm-hmm. где я жил, там нет снега. Например, в Нью-Йорке там не только снег, там бывают и ураганы, и там всяческие прочие вещи. И, конечно же, инфраструктура, она как-то это предусматривает. Ну, как со стороны пользователя на дорогах, это просто комфортно и приятно, потому что, ну, дороги хорошие. А как с пробками там в Америке? С пробками тяжело, но на самом деле они такие двигающиеся, и нет особо проблем. То есть, ну, я вообще, я же в крупных городах был достаточно мало, в основном это путешествия между городами, это путешествия там в небольших городах, там в курортных, там даже Майами, да, Майами, конечно, более пробочный город, но там они где-то сконцентрированы ближе там в Сити и в Майами-Бич. Вот, кстати, если возвращаться к качеству дорог, интересно, просто говорят, вот, у нас все дороги разбиты в России, хотя я тоже много ездила по нашей стране и не наблюдала, что прям совсем разбито, частями, да. А вот интересно, там вот, например, вы говорите, путешествуете между городами, понятно, что в мегаполисах все красиво и идеально где-то сделано, а вот между городами, то есть бывает такое, что едешь, и там пробоина в асфальте, да, что объехать ее невозможно. Да, но я сначала хочу прокомментировать касательно российских дорог. Я вот тоже в том, по-моему, году раза два ездил в Москву, до этого я ездил на юг, и еще сколько-то лет назад, ну, так или иначе, как-то путешествовал по России. Я хочу сказать, что за последние годы у нас прям сильно улучшились дороги, вот особенно федеральные трассы. Это вы на юг ездили, а вы обратно в сторону Владивостока поедете, там нет, немного туда... другая история. То есть, ну ладно, туда, значит, нужно не нужно ездить, да? Хорошо. А наш город как вы оцениваете с этой точки зрения? Потому что, ну, ходили же мнения о том, что Екатеринбург это, ну, город, миллионник, в котором одни из самых плохих дорог. Ну, я не так много ездил по другим городам-миллионникам. Сравнивать могу, наверное, разве что с Москвой, там, с Челябинском, ну, с какими-то нашими ближайшими там городами, Тюменью. Но я оцениваю, знаете, ну, примерно на том же уровне. Если не говорить о Москве. В Москве, конечно, хорошие, гораздо лучше дороги. Если говорить о США, то им вот вопросы задавали про межгород. Там очень хорошая инфраструктура, хоть межгород, хоть день, никаких ям нигде я не видел. Есть где-то, да, допустим, на Майами-Бич там не идеальная дорога. Ну, там и скоростной режим, там, 30 миль в час, то есть там едешь потихонечку, все. Ну, там, видимо, им проблемно их ремонтировать, что там очень плотно все заселено. Наверное, рельефом еще как-то обусловлена такая. Ну, не знаю, не могу сказать. Ладно, да, мы не об этом будем судить. Так, что еще у нас
по США. Вот говорите, пробки, они все-таки, если есть, то большие в городах-мегаполисах, да? А вот да. В каких-то поменьше моногородах? Да. Ну, очень большой автомобильный трафик, но он как бы двигается. То есть за счет того, что очень много полос, развязки и так далее, он двигается, и большие расстояния преодолеваются достаточно быстро. Америка, она же в основном такая малоэтажная, если не говорить о таунах, так скажем, о центрах, о сити, она в основном малоэтажная, и вот там едешь, дома, там инфраструктура, все, ну и как бы двигаешься, не стоишь в основном. Но опять же, мой опыт — это в основном небольшие города. Uh-huh. Есть у нас сообщение в WhatsApp, напомню, номер 8-953-385-0923. Поедьте в Волгоград и Саратов, трофи прямо по центру. Кстати, да. В прошлом году я была как раз и в Волгограде, и в Саратове, и поддержу. Ну, может быть, будет полезен комментарий. Я ездил последний раз в Москву по северной дороге. Она новая, и мало еще по ней ездит, мало кто знает, поэтому если вы смотрите, вот как добраться в Европу, в Москву, то вот рассмотрите этот вариант. Давайте подробнее, что это за северная дорога, через какие города проходит? Пермь и... Ну, я не помню, там какие-то, короче, небольшие города, не областные центры. Но если сейчас посмотрите карту, там, по сути, два у нас пути на Москву, либо через Нижний Новгород, а вот этот второй, он как раз севернее идет. Угу. Вот через него. Вынуждена нас немножечко прервать. У нас небольшой перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами, мы вернемся. 8:46, точное местное. Разговариваем про беды России, про дороги. Одну из Александр Мальцев у нас в гостях. Владелец АТЦ Nissan Club. Говорили сейчас о том, что вы только что вернулись из Америки. Но вообще вот, если так некий срез сделать нашего разговора, то здесь явно прослеживается такое понятие, как автомобильная культура, культура автомобилистов. Насколько она актуальна, это понятие для нашей страны и в сравнении с Америкой? Да, вот культура их и наша. Ну, вообще я считаю, что это понятие очень актуально для России, потому что, понимаете, это же часть нашей жизни. Когда дороги вообще и автомобиль сейчас, ну, практически присутствуют в жизни каждого человека. Да? Ну, мы, да. Мы выходим на дорогу, и это место, где много участников. И, соответственно, как эти участники друг с другом взаимодействуют, это непосредственно влияет, ну, по сути, на каждого. И это и есть культура, то есть взаимоотношения некой группы, большой, огромной группы людей. И когда мы смотрим на эту культуру, мы, ну, видим какие-то составляющие. Это и то, как люди просто ведут себя на дорогах. Обгоняют, там, подрезают, там, и так далее. Oh, да. Это в том числе и там про качество дорог, про которые мы говорили. Это в том числе и там даже просто отношение к правилам дорожного движения и так далее. То есть это все вот складывается в культуру. То есть если мы хотим чувствовать себя комфортно, более счастливыми и так далее, нам нужно, конечно же, повышать культуру. Вот интересно, а в Америке аваричкой моргают, когда подрезают, типа извиняюсь, либо спасибо говорят? Интересный, да, вопрос. На самом деле нет, не моргают. Нет такого? Да, нет такого. И в других странах тоже, где я ездил, я такого не встречал. И при этом, когда я это делаю, люди немножко не понимают. Они что такие, вы о, хотите? Что, вот, наверное, вы хотите там что-то просигнализировать, что какое-то ЧП там и так далее. Я вспоминаю страны, там, ну, типа Турции, например, Египта, как восточные люди, ну, южные люди, очень, в принципе, все время давят на клаксон, приветствуют друг друга. Да, да, и все время моргают. А если уж вспомнить азиатское движение, то это просто не для слабонервных, по-моему. Самая жесть, самый как бы низший уровень культуры, да, это вот я встречал это в Египте, когда там, ну, полный хаос, там вообще про правила никто не знает. И я, вот, допустим, ехал с Каира до аэропорта, часа 2-3 ужасные пробки, и раза два попали в ДТП, ну, просто не так, раз шоркнулись, там, и дальше. Ну, типа, все нормально, да? Да, просто кошмар, там, лошади вместе с тарантайками, там, и также в автомобильную культуру я еще вкладываю и сам автопарк, да, насколько он ухожен, чистый, насколько технически, так скажем, усовершенствованы эти автомобили. Ну, в США, да, есть с чего взять пример. А вот, кстати, в США же очень много подростков за рулем, они же с 16 лет получают права, и им родители покупают машины, потому что это доступно, не то, что у нас, например, в России, то есть там можно, в принципе, там за какую-то небольшую сумму взять автомобиль, старенький, но на ходу, и много подростков, и они там, вот гоняют, и с девчонками на заднем сиденье. Такие из американских фильмов. Да-да-да, это как раз, наверное, из фильмов, я в жизни такого не видел. Наоборот, знаете,
такое автомобильное движение, оно настолько какое-то стандартное, одинаковое, скучное, никто особо не выделяется, никто никого не подрезает, вот все едут в потоке, и сильных тормозов нету, что там, типа, если ученик или еще кто-то там, нет, сильных тормозов нету, то есть какого-то раздражения на дороге нет, приятное такое, даже туристу, который там не сориентирован в местности, да, ну, вполне комфортно себя можно ощущать, так что если вы планируете путешествовать в США, берите автомобиль смело в прокат, ездите, получите удовольствие. Ну, а если вот тему автопарка вы затронули, да, о чем это говорит? Как можно оценить сегодня, вот, допустим, вот этот вот автопарк, который влияет на культуру вождения в России, ну, в Екатеринбурге, ну, в частности? Да, он, может быть, не то чтобы влияет, это скорее, наверное, какое-то следствие экономическое, наверное, больше составляющее. То есть уровень дохода по большому счету показывает автопарк, да. И он у нас средний, ну, если сравнить с теми странами, где я был, да, он некий средний, там в Москве чуть лучше. Лучше, у нас там чуть хуже. В каких-то других районах России он совсем там может быть другим. То есть у нас он сильно отличается. США... Да, у нас даже по районам города можно посмотреть, как отличается. Да, ну тут, видите, все-таки уровень дохода настолько разный, что, конечно же, тут, когда мы приезжаем в США, нам это кажется, о, прикольно, как приятно посмотреть. Тут и спорткары, там, увидеть пенсионера со своей супругой в спорткаре, это нормальное дело. Ну, особенно вот во Флориде, где там в каком-то смысле этот штат считается у них как типа пенсионы, туда люди на пенсию приезжают жить. Доживать старость. Да. То есть, и это тоже как бы радует глаз, с одной стороны. Понимаешь, что, ну, хорошо люди живут. Надо просто что-то... Потому что я говорил о том, что русские, так скажем, более способные в чем-то, и нам просто нужно что-то, какой-то пример брать, так скажем, ну, с моей точки зрения, более ответственно как-то относиться к закону, к тем же правилам дорожного движения, к уважению друг к другу. Да, почему? Потому что такое вообще закон и правила? Да, это люди договорились, и вот необходимо вот это соблюдать. А у нас немножко это искажено, там что-то добавлено туда, где-то есть несогласие, и вот как бы каждый сам решает, что соблюдать, а что нет. Разночтение. А вот интересно, у нас в России многие как-то с таким недоверием относятся к российскому автопрому. Uh-huh, у американцев uh-huh. есть свой автопром, uh-huh. естественно. Вот как они, то есть наверняка не так же, как мы. Ой, фу, это Лада, не дай бог взять, да. Ну, у них это как, наверное, да. они по-другому относятся. А знаете, интересно, вот у нас есть в области Ирбитский завод мотоцикла строят, mm-hmm, Урал. Да. Вы знаете, что у них основная часть идет в США на экспорт? Да. И причем это вот именно такой вот внешний выглядит, как старинный Недавно Урал. Недавно Ксения мотоцикл. Собчак, она удивилась тому, что там продаются чуть ли не за миллион, по-моему, мотоциклы Урал. Он говорит, неужели? Да. Они модернизированы, да, там у них есть специальное назначение, но есть любители, и тот рынок, он этот, как так скажем, мотоцикл выкупает больше, чем российский рынок. На самом деле, это я отвечаю на вопрос, да, на самом деле нормальное отношение. Там, вот, знаете, чисто такое, так скажем, потребительское отношение. Да. Если хороший продукт, и у него есть какой-то свой покупатель, там, свое какое-то назначение, они будут брать. Если прийти туда, неважно, там, с какой стороны, они все равно ценят, потому что рынок очень большой, и он очень платежеспособный. Найдется свой покупатель, они, как, так скажем так, как более обеспечены, они так сильно не парятся там, за какие-то копейки, там, Уралы и так далее. А господдержка, то есть так, как у нас там отечественный автопром поддерживает, есть ли какая-то в США? Слушайте, я не знаю. Я знаю об господдержке малого бизнеса, так как я там вращаюсь, там с предпринимателем общаюсь. Это да, это было в самом начале там коронакризиса там, и так далее. Она есть. И прям поддерживают, прям, ну, не только беспроцентные займы. Кстати, у нас тоже, мой бизнес тоже хорошо государство поддержало, я не могу там, так скажем, жаловаться. Да. Ну, там поддержка есть, как и в отношении автопроизводителя, если честно, не знаю. Ну вот давайте как-то подытожим. Все-таки, да, надо брать пример все с этих вот наших братьев, соседей по материку. Может быть, да. брать, да, вообще вот начинать именно, себя, да, с культуры. Да, конечно. И у меня по этому поводу, по приезду, родились определенные идеи. Я хочу заниматься повышением автокультуры, решил зарегистрировать общественную организацию, которая будет этим заниматься. И буквально вот уже в феврале мы организуем общественное мероприятие, Ice Drive называется, для просто для автолюбителей, где люди могут приехать и покататься на ледовой трассе там, и так далее. Вот это то, что я хочу внести, так скажем, как свою лепту, как бизнесмен. Спасибо вам огромное. У нас в гостях был Александр Мальцев, наш автоэксперт. Спасибо. За нами Москва. Хорошего всем дня. Прощаемся до завтра. До свидания. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92.3 FM.